Накануне страна отметила Международный день труда. В Чебоксарах в этот день центральные улицы города на несколько часов становятся пешими. По ним последние несколько лет проходит праздничное шествие. Советская традиция возобновилась и прижилась. Мы подготовили кадры хроники, как проходили первомайские демонстрации 30-50 лет назад. Вспомним историю, а заодно попытаемся найти на этом видео своих знакомых. Торжественно и радостно сегодня и в Чебоксарах. Радость чувашского народа по праву влилась в ликование всей советской страны.